Вёска Дворец на Луненеччине – главный клубничный кермаш Беларуси. Менавіта сюди везуть сдавать выращенные в близких вёсках ягоды. Для шмат кого из мясцовых это важный грошовый заняток. Так званые перекупщики набывают от мясцовых и везут перепродавать по Беларуси ти ажно в Россию. 8 килограмм, ровно 8 килограмм. Один из таких бизнесовцев – уродженец Азербайджана Джахангир. Каждый год приезжаем сюда, ну, зарабатываем чисто там клубникам или картошкам занимаемся, на Россию возим. Ну, для белорусских людям это доброта сделаем. Иван что дня разы по три приезжает сдавать ягоды и мает из этого по 5 миллионов за день. В том году была сильная засуха, и из-за этого на высоких полях она немножко подсушила, а сегодня сезон самый хороший, продуктивный. Вообще, кто-то занимается, очень выгодно. На прилеглых до рынка делянках люди собирают ягоды и тут же несут продавать. Малые ягоды, звичайно, купляют по 4 тысячи, великие по 13-14, а в столице они уже по 20. Александр, чей дом и участок находится для самого рынка, показывает, как отбывается сбор ягод. Вот такую перекупщиком в одно ведерко, а вот эту мелочь. Что покупники ягод так близко – добро. Але, жалится господар, мясцовые улады не дают рады со сметтем. Мусор, который после них остается, весь на огород, весь на огород. Уборщики, которые здесь сельсовет выделил, они не справляются. Не справляются, там три человека, они не в состоянии этот мусор весь убрать. Потому что его буквально горы остаются. Клубничный сезон близится до конца. Напереди – бульбяны. Еврорадио с клубничной столицы Беларуси.